52-летняя Памела Андерсон порадовала фанатов своим новым появлением. Американская звезда приняла участие в необычной съемке на берегу Кораллового моря. Актриса стала лицом новой рекламной кампании бренда Ultratum. Съемки проходили в австралийском городе Gold Coast. Он славится своими длинными песчаными пляжами и местами для серфинга. По сюжету знаменитая блондинка должна была повторить свой узнаваемый образ из сериала «Спасатели Малибу». Только на этот раз она сменила красный купальник на обтягивающий гидрокостюм черного цвета. Памела придала образу сексуальности, расстегнув молнию на груди и обнажив свой выдающийся бюст. Звезда Playboy распустила длинные волосы и спрятала глаза за стеклами солнцезащитных очков. Артистка бегала по пляжу, не беспокоясь о размере своего декольте. Поклонники оценили сексуальный наряд модели. Многие признались, что, несмотря на возраст, Памела все еще остается королевой откровенных съемок. С таким телом она может сниматься полуобнаженной в 70 лет. Она по-прежнему роскошно выглядит. Мне нравится Памела тем, что она мелькает не очень часто, но зато каждый ее выход, событие, казалось бы, простой гидрокостюм. А сколько в этом сексуальности, когда его носит сама Памела Андерсон, прокомментировали они. Недавно звезда появилась на открытии рождественской ярмарки приюта для животных. Актриса сделала ставку на свою сексуальность. Она примерила мини-платье. Голливудская красотка призналась, что до сих пор соблазняет мужчин, надевая на свидание красный купальник, прославивший ее в 90-х.